Меры поддержки и налоговые каникулы. Круглый стол по вопросам налогообложения провел центр «Мой бизнес». Основным спикером мероприятия стала представитель Палаты налоговых консультантов Российской Федерации. У нас есть, значит, общий режим налогообложения, который могут применять все компании. Есть упрощенный режим налогообложения. Его могут применять компании и индивидуальные предприниматели, которые относятся к малому бизнесу и удовлетворяют там нескольким условиям. Также у нас есть патентная система налогообложения. Ее могут применять только индивидуальные предприниматели, которые занимаются там отдельными видами деятельности. И налог на профессиональный доход, достаточно молодая система налогообложения. Встреча прошла в Одинцовском МФЦ. Предприниматели округа смогли задать интересующие их вопросы по конкретным ситуациям. Одной из актуальных тем для обсуждения стали субсидии. Об этом рассказал представитель общественной палаты. Чтобы в презентации более подробно рассказать, ответить на все вопросы, связанные с НДС, субсидиям, тем более сейчас очень актуальна тема по субсидиям. Вот сейчас они проходят в Московской области, подача до 25 мая, кто не успел, я очень прошу поторопиться, потому что осталось совсем немного. Сейчас идут субсидии на модернизацию оборудования в Московской области. Вот, наши субсидии будут проходить по осени. Встречи в формате круглого стола считаются наиболее эффективным форматом, отметили организаторы. Именно при таком общении предприниматели округа могут получить ответы на все свои вопросы. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».